Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания ProTuning, филиал на улице Российская, 313. И с вами Игорь. У нас заехал еще один проект, это BMW X7, который будет комплексно преображаться как снаружи, так и снутри. Сейчас у нас Security машина находится в работе, не останавливаемся ни на секунду, продолжаем все это делаем. А что именно мы делаем? Это оклейка полностью всего кузова в матовый полиуретан для того, чтобы машину защитить. И, кстати, у нас на канале есть видео об пленках, разбор, что нужно, зачем, почему. Можете тоже перейти, чтобы посмотреть, что нужно сделать именно для вашего автомобиля, если вдруг у вас закрадываются вопросы. После оклейки у нас следом идет шумоизоляция автомобиля. Полностью сделаем, оклеим весь пол, все двери, сделаем напыляемую шумоизоляцию арок автомобиля, чтобы было меньше слышно колеса. И одно из самых важных, как я считаю, очень интересных доработок на этой машине — это установка вентиляции в заднее сиденье, которое с завода здесь не было. Так как на этой комплектации не идет такое на этом автомобиле, мы это доустанавливаем, тем самым доукомплектовываем автомобиль теми функциями, которые в нем должны быть. Сделаем перфорацию в коже, установим туда саму вентиляцию, чтобы задние пассажиры тоже чувствовали себя максимально комфортно. Давайте посмотрим весь процесс работ, как это все происходит, и разберем все эти работы. Так, настал день выдачи. Автомобиль полностью готов. Видите, он очень хорошо преобразился внешне путем оклейки полностью всего кузова в матовый полиуретан. Теперь машина не только у нас изменилась, стала более эффектно выглядеть, но и защищена от всех повреждений, которые могут появляться на дороге. Как я всегда говорю, это пескоструй, камни, которые прилетают в машину, мелкие, ДТП. От этого может защитить полиуретановая пленка. В салоне произошли тоже изменения. Это установка вентиляции в задние сиденья, которая с завода там не было. То есть мы как бы дооснастили этот автомобиль как в более богатой комплектации. Сделали перфорацию в коже на сиденьях, установили внутрь саму вентиляцию, эту систему. И все работает как в штатном BMW X7, только в более богатой его версии. А еще больше комфорта для задних пассажиров мы добавили путем установки задних мониторов на Android-системе. То есть полностью можно управлять им как с обычного телефона, включать, допустим, YouTube, смотреть разные видео, устанавливать любые приложения, которые у нас есть на
телефоны и, в общем, весь функционал доступен в этих мониторах. И все это работает автономно внутри машины, потому что мы установили еще и Wi-Fi роутер, он скрытый, его нигде абсолютно не видно, но при этом внутри машины у нас есть своя Wi-Fi сеть, которая ни от чего не зависит, то есть туда у нас вставляется сим-карта стандартная, которую нужно пополнять, чтобы был интернет, и все устройства, которые установлены в машине, те же самые задние мониторы работают от этого интернета, то есть не нужно будет заморачиваться по поводу того, что нужно раздать Wi-Fi с телефона, либо что-то еще придумывать, это уже сразу было предусмотрено путем установки этого самого роутера. И финишной точкой в этом проекте стала установка откидных рамок на переднем бампере и на заднем. Действительно крутой получился проект. X7 стал еще более богаче, престижнее и эффектнее выглядеть снаружи, и внутри стало более комфортно на нем перемещаться. Поэтому любые задачи нам под силу, обращайтесь в проекты с большим комплексом услуг, можем реализовать в самом лучшем виде в компании ProTuning. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии.